В детстве писала иногда, но не таких стихий. Потом посвященная Айсерису, деревне моей мамы, я написала. И написала книгу про Айсерис вместе с дядей писали. И в этой книге есть стихотворение, это есть. Когда вырасту, тоже буду писать стихотворение. Никогда не писал стихотворение. Нет, не писал никогда. Я не писал, но я постоянно читаю нашу периодическую печать. В детстве какие-то были попытки, но это было так давно, глубоко давно. Это не получится. Это дар начинается с юности, на мой взгляд. Ой, вы знаете, это было так давно, наверное, насущно на те времена.